Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Представляем вашему вниманию автомобиль Renault Kangoo 2011 года выпуска. Пассажирская версия пятиместная с большим багажником. Автомобиль 2011 года выпуска, мотор 1,5 литра турбодизель, коробка механическая, классическая. На автомобиле установлена летняя резина BMW Dridge. Цвет красный металлик, выглядит практически как и Феррари, темный цвет. Передние электростеклоподъемники, электроприводниковых зеркал. Хочется отметить, что круиз-контроль у автомобиля данного есть. Круиз-контроль. Передний центральный подлокотник имеется. Прикуриватель 12 вольт. Ручной тормоз. Механическая коробка пятиступенчатая. Мультимедиа-система с подрулевыми лепестками. Видите, вот можно управлять мультимедиа-системой. Кондиционер. И он, кстати, заправлен. Холодит отлично. Вот, слышали, да, как щелкнула муфта, сработала. Салон в супер ухоженном состоянии произведена, дорогостоящая чистка. У автомобиля кристально чистая история. В автотеке ни одного красненького пункта. ПТС оригинал при владельца. Без ДТП, без расчетов. Чистая прозрачная история. Кузов, посмотрите. Оцинковка высочайшего уровня, да, без жучков, без коррозии. Сзади распашные двери, давайте покажем более подробно. Так, задняя, как здесь открывается, вот так. Имеется, смотрите, как она называется, полочка, да. Багажник больших размеров, да, посмотрите, распашные двери. Технический автомобиль также в прекрасном состоянии. Мы сами лично в сервисе поменяли задние пружины, поменяли радиатор кондиционера, заправили кондиционер. Он работает отлично, холодит прекрасно. Давайте справа еще раз покажу. Хромированные ручки, кстати говоря, посмотрите. Салон благоухает чистотой. Смотрите, потолок чистый. Смотрите, вот ВИН-номер данного автомобиля. Посмотрите, материалы салона как сохранились, да? Следы износа минимальные от управления мультимедиа-системой. Кстати говоря, Isofix для задних, для переднего сиденья даже имеется. Большая редкость. В состоянии сели и поехали в путешествие куда угодно. Так что звоните, ответим на все интересующие вас вопросы. Приезжайте, проведем тест-драйв, покажем автомобиль, готовы показать его в сервисе, да, и в официальном дилере. Ну и приобретайте. Так что до связи и встречи, дорогие друзья.